сейчас, не объявив ни военного, ни чрезвычайного положения, не придумав никакие ярмарки, никакие другие вещи, почему-то вдруг в городе Чудес ограничили свободу перемещения. Закрыли на проход площадь Ленин, в которую вложено порядка 70 миллионов бюджетных денег, а теперь туда пускают только выборочно по какому-то непонятному для них, значит, разрешению. И перекрыта площадь Революции. Это абсолютнейшее беззаконие. Нам стали запрещать собираться мирно без оружия, то есть в открытую нарушают 31-ю статью Конституции. Теперь они додумались до того, что они статью 29-ю решили нарушить. Они запрещают мне и другим людям думать так, как я хочу. Они пытаются нам навязать любовь к вот этой проворовавшейся власти. Они пытаются заставить меня, ну что это невозможно. А самое главное, значит, студентов и старших школьников пытаются заставить любить вот эту власть, которая, ну, так себя показала, что, ну вот даже здесь, сегодня там...